Всех приветствую. В этом видео я хочу рассказать, что бывает с собаками, которых кормят домашней едой. Именно домашней, не в смысле там натуральные продукты, там рис, какая-то гречка, мясо, а именно домашней, то есть то, что люди едят сами. Почему я решил снять это видео? Я как-то, может быть, неделю назад или две, точно не помню, встретил соседку с собакой. И у собаки была какая-то шишка на спине. А время было утро, то есть я спешил, ну, побыстрее разойтись, чтобы собаку выгулить, чтобы она в туалет сходила и там своими делами заняться. Ну, соответственно, и человек тоже спешил, плюс собака у нее больная. И мы обмолвились словами. И он мне что-то сказал, что был ветеринар, и там что-то, короче, как-то это называется. Но до этого я с человеком разговаривал, и там проскочило в разговоре, что домашняя еда собаке поступает. И вот сегодня я с утра пересекся опять с соседкой, и эта проблема осталась. И я пришел к такому заключению, немного поразмыслить, что, скорее всего, вот эта вот фигня произошла от того, что собаку кормят домашней едой. Если сюда еще добавить плохой выгул, там, не спускание с поводка, если это какая-то активная порода, а это как раз-таки активная порода, это вот я говорю про риджбека, который мелькал у меня в видеороликах с моей собакой. И если сюда добавить еще активную породу и при этом плохой выгул, то вот результат. То есть, почему я вообще решил снять это видео? Потому что, ну, что-то как-то много времени прошло, мне так показалось, а еще не прошла, и были у ветеринара, то есть, как-то странно. Ну, я ничего не стал говорить там владельцу, зачем мне кого-то учить. Конечно, кто-то может сказать, да вот у меня там собака живет не пойми сколько, ест со стола. Ну, может быть и такое. Но я сейчас говорю именно про породистых собак. И в большинстве случаев как раз-таки вот породистые собаки, они не вывозят такого питания. Сужу по своей собаке, да и вообще по собакам. Там, друзей, знакомых. То есть собака породистая, как правило, там уже нужно смотреть. Многое не подходит. Так что... Может быть, я ошибаюсь, и это случилось не от того, что там собака кормится домашней едой. Может быть и такое. Но, тем не менее, вот вам информация для размышления. Если эта инфа была для тебя полезной, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!